Комплекс двуроторной дробилки Crusher Rubber Cram. Это неотъемлемая часть любой линии по переработке шин в резиновую крошку. Двухроторная дробилка предназначена для измельчения резиновых чипсов, получаемых после прохождения первичного измельчения шреддером. Принцип ее действия основан на вращении двух роторов дробилки навстречу друг другу. На внутреннем и внешнем роторе установлены ножи, изготовленные из износостойкой стали Hardex. Конструктивная особенность данной установки дает возможность получить на выходе сырье высокого качества. Позволяет добиться высокой степени измельчения при минимальном воздействии на перерабатываемое сырье. Процент измельчения фракций резиновой крошки можно регулировать путем перенастройки дробилки. Долговечность и стабильность работы данной установки заключается в простоте ее исполнения, использовании и применении самых высококачественных материалов. Промышленная компания Global Plant способна предоставить вам высококачественное оборудование по привлекательным ценам. Подпишись на канал компании Global Plant, чтобы быть в курсе последних новостей. А для заказа оборудования или получения консультации обращайся к специалистам компании Global Plant.